Два человека погибли, трое получили травмы различной степени тяжести. В Суздальском районе на М7 столкнулись три машины. ДТП произошло в субботу в 6:30 утра на 34-м километре трассы на подъезде к городу Иваново. Kia Optima ехала в сторону Владимира. За рулем машины сидел мужчина 77-го года рождения. В какой-то момент иномарка вылетела на встречку, где врезалась в Mercedes-Benz. Он ехал в сторону Иваново. От удара «Мерседес» отбросила на следующий автомобиль «Форд Фокус». В результате столкновения часть дороги была перекрыта и на трассе собралась большая пробка. Об этом в соцсетях сообщали очевидцы аварии. А вот что касается самих участников ДТП, помощь пришлось оказывать пассажирам и водителям всех трех машин. На амбулаторное лечение отправили пассажиры «Мерседес-Бенц» и водителя «Форд Фокус». Остальные получили серьезные травмы. В результате этого происшествия смертельные травмы получил водитель автомашины Kia, а также его пассажир 1949 года рождения. Кроме этого, медицинская помощь понадобилась пассажиру автомашины Kia 1977 года рождения, также пассажиру Kia 1993. Оба они госпитализированы. Эти выходные для Владимирской области были аварийными. На территории региона произошло 22 ДТП. Машины горели, уезжали в кювет. Травмы в авариях получили 43 человека, четверо погибли. Госавтоинспекция напоминает, что в сложных погодных условиях водителям рекомендуется правильно выбирать и не превышать скорость движения, резко не тормозить и соблюдать дистанцию. Пешеходам, в свою очередь, при переходе проезжей части дороги необходимо быть предельно внимательными и, прежде чем начать переход, убедиться в безопасности. В темное время суток при движении по загородным трассам обязательно использовать свет, возвращающие элементы. Но в целях личной безопасности рекомендуем их носить постоянно.